я слышал, некоторые западные группы летают на облегченных типах самолетов, и при этом у вас обычные строевые самолеты, просто перекрашены, насколько я понимаю. И дает ли это какие-то ограничения по полету? Абсолютно никаких ограничений, потому что летаем мы по перегрузке угла атаки в объеме, разрешенном руководством полетной эксплуатации самолета. Вот. А летаем на серийных самолетах, потому что, как сказано, что выполнение показательных полетов и полетов в плотных строях – это, основная наша задача, но она может быть не первостепенная. В первую очередь мы боевое подразделение военно-воздушных сил, поэтому у нас нет других самолетов, только те, на которых можно воевать. Вот. А что мы делаем? Только для полетов на дальнее расстояние мы снимаем для меньшего лобового сопротивления авиационно-пусковое устройство для управляемых ракет. То есть вот такое небольшое облегчение себе делаем. И второй вопрос. Есть ли у вас какие-то суеверия, которые ни в коем случае не должны вылететь? Ну, наверное, нет. Вылететь должен всегда. Ну, как у любого человека, как везде. Что-то есть, наверное, такое. Вот. Но летаем. Нет такого фактора, который бы, помимо состояния здоровья, или состояния авиационной техники, или погодных условий, который бы не позволил выполнить полет. То есть попривали и пошли. Примерно так.